Центре традиционной культуры народов России города Каспийска открылась выставка «Мелодия гор» художника Мелика Мамеда Агабалаева. Она приурочена к празднованию 155-летнего юбилея Сулеймана Стальского. Художник рассказывает, что его основным источником вдохновения стала природа Дагестана и ее колорит. Ландшафт, природа самого Дагестана меня вдохновляет все время. Это то, что мы видим каждый день. И когда утром встаешь, видим снежную гору Шалбуздага, самого огорода, и поэтому меня все это вдохновляет. Второе, то, что люблю исторические картины, и по истории Дербента много я сделал картин, и сейчас в фондах они находятся. Это уже 30-я выставка Агабалаева. Он выставляет свои работы ежегодно во многих городах России. По его словам, изначально целью проведения выставок стало желание ознакомить жителей с историей Дербента. Но выставка в Каспийске отличается от других его работ. Это выставка основа акварелей. Именно эта техника уже другого порядка. Здесь масло, это графически нету, основа все акварели. Но в то же время для того, чтобы популяризировать вот этот акварель. Отметим, что художник впервые выставляет свои работы в Каспийске. Он очень вдохновлен городом и его красотой. И, возможно, скоро выставка пополнится новыми картинами о Каспийске. Потому что здесь есть много таких тем интересных, улицы, море рядом. Вот это все надо отразить. Но это в будущем будет. Также в выставке были представлены работы художников Лоры Урбанцевой и Лиры Рамазановой. Украсили мероприятие яркими выступлениями воспитанники Дома детского творчества. Стоит подчеркнуть, что организатором выступил руководитель Центра традиционной культуры народов России города Каспийска Екатерина Дедковская.